Сегодня во всех кинотеатрах России и Китая состоится премьера фильма Федора Бондарчука «Притяжение». Это смелый проект, первый в современной истории российский фильм о вторжении инопланетян. «Притяжение» — это масштабная фантастическая история о том, как изменяется жизнь человечества после падения на Москву космической тарелки. Ну и, конечно, картина о любви, людях, попытках измениться, понять друг друга и принять что-то неизвестное. Безусловно, фильм понравится любителям зрелищного экшена. Компьютерная графика впечатляет своей правдоподобностью. Над звуковым оформлением картины работал приглашенный саунд-дизайнер Дэйв Уайтхед, который озвучивал фильмы «Хоббит» и «Район номер 9». Создатели фильма уверены, что прокатная судьба «Притяжения» сложится благополучно в нашей стране, так и за рубежом. История «Притяжения» происходит здесь и сейчас, у нас в Москве. Меня часто спрашивают, о чем ты там снял свою картину. Я затрудняюсь с ответом. Это экшн-драма? Да. Это история любви? Безусловно. Это история про то, как летающая тарелка падает на Северное Чертаново? Конечно. Но конкретной формулировки у меня нет. Может быть, она появится у вас? Тогда оставляйте свои комментарии в нашей группе ВКонтакте. И желаю вам приятного.